Всем привет! С вами Однорукий Борис, и мы с вами продолжаем покорять космос в игре Starbound. Ну, почти космос. Мы тут с вами играем за человека Антона, между прочим. Вот. Ну и чё? У нас подсказки. Авиан нужно находить, да? Вот, я понял, что все-таки нам нужно искать радиоактивную карту. Звезду радиоактивную, да? Вот, радиоактив Стар. Вот. Я на самом деле не знаю, здесь я был или нет. Здесь непонятно, был я или нет. Да, давайте сюда. Прыгнем. Вот, и... летим как... Чё-то давно я не смотрел, как мы тут летаем по космосу вот так. Так, и теперь чего? Где тут у нас? Это... Либо вот это... Планета, либо вот это. Я чисто внешне... А, нет, это токсик. Нет, токсик нам не нужен. Да, так тут вот смотрите, корабль какой-то летает, еще один корабль. И плюс еще тут черная дыра, даже две. Ну, да, как вы поняли, вот эти вот два завихрения я называю черными дырами. Вот, render this jungle location. Threat dangerous. Полетели. Нас этот самый dangerous не пугает. Да? Так, давайте я попробую игру чуть-чуть погромче сделать, потому что мне всегда кажется, что она у нас тихая. Вот, а сейчас будет чуть-чуть погромче. Короче, сырая птица, ля. Нифига себе. Сыробикон. А у меня что-нибудь готовое тут есть? Вообще. Ну, кроме одной картошки. Рис. Что-то еще. Бля, тут еще, тут вообще надо... Много чего готовить. Собственно, вот я все и съел. Короче, ладно, погнали. Высаживаемся на планету. Я надеюсь, что там все-таки будет... Ля, куда мы сразу вышли? Ля, прям вообще безопасное место такое, на самом деле. Как мне кажется. Вот здесь вот раз и два стену сделать... И все, и... Да, давайте я реально... реально... Сделаю так. Да, сейчас... подождите. Деревья вот эти вот срублю. Так, землю я нечаянно взял, блин. Так, что-то семена банана, нифига себе. Научиться бы еще вот эти бананы выращивать. Так, я тут где-то землю немножко
Склопнул. Вот. Окей, теперь чё? Чё-чё-чё, крафт. Доски. Да. Так, давайте я сейчас на корабль. Вот так вот сделаю. Это самое. Теперь дом один. Сделаю, короче, какую-нибудь дверь. Да, я тут же можно мне дверь сделать какую-нибудь. Так, это не, на самом деле все не то. Вот это тоже не то. Вот это. Вот. Булыжник все-таки нужен. Все-таки нужен булыжник. А может быть, у меня здесь что-нибудь есть такое интересное? Так. Ворота. Не, мне ворота не нужны. И мне нужна дверь. Ну, кстати, у меня тут дофига досок всяких. Зачем я все это делаю? Тогда там рубил-пилил? Непонятно. Так, булыжником я сейчас... О, я как раз сейчас и еду приготовлю, да? А, доски. Доски мне надо сделать, да. О, как быстро делаются доски. Мне бы так вообще все быстро делать. Давайте два люка, две двери сделаю. Так, и сейчас я себе тут это самое. Еды приготовлю, только я тут все вот это вот пока что положу. Это что, семена моркови? Семена тростника. Тростник пускай лежит здесь. Семена риса. Зачем мне так много семян? Так, семена пускай... О, попкорн! Да, слушайте, я как раз съем этот попкорн. Так, инвентарь. Что у меня в инвентаре? А, нет. Я не должен был открывать инвентарь. Я должен был открыть бочку, да? Семена картофеля пускай лежат. Семена риса пускай тоже лежат. Cotton seed. Семена хлопка. Так, Е... Тебя вот сюда вот давайте. Так, ну смотрите, 98 грибов еще, нифига себе. Так, хорошо, окей. Бегу сейчас делать себе еды. Курица жареная есть. Вареный жемчугорох. Две штуки есть. Опа! Слушайте, у меня же этих жареных грибов сейчас будет тут вообще дофига. Да, инвентарь, давайте. Да, смотрите, тут раз, два, три. Раз, два,
Точнее, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 на 3, 30. Что-то мне кажется, что... А почему 19? А, наверное, потому что... Да, я понял. Я понял, почему. Короче, грибы я тоже оставшиеся сюда куда-нибудь спрячу. Вот, остальное. Вот так вот распределю. Ну и буду картоху есть. Вот так. Ну все, еда вроде готова. Хоть какая-то. Так, берем. Возвращаемся на корабль. И тогда себе делаем убежище на вот этой вот земле, да? Я даже стараться не буду тут что-то как-то обустраивать. Не, ну на самом деле обустрою, конечно. Вот это вот все, да? Но... Ну как-нибудь, простенько. Вот это вот я давайте себе все-таки открою. Поломаю вот это вот все дело, чтобы огнеметом взять сейчас. Окей, хорошо. Не то вообще. Ай-яй-яй! Эй, слышь. Нифига себе ты меня потрепала. Птица, блин. Так, где у меня там... сейчас инвентарь. Вот этот камень я, короче. Сейчас вот этим камнем. Хотя, с другой стороны, давайте я вот это тоже подбираю, да? Вот, пускай, короче, камень будет пока что вот так вот. Теперь. Ах ты гадина. Дай мне убрать инвентарь. Ты где? Ой. Какая гадость. Это ваша дикая природа. Так, пускай. Хотя нет, не пускай. Надо сейчас как-нибудь все ровно сделать. Ровный пол. Вот он, ровный участок я себе сделал. Вот сейчас вот так вот, да? Можно, кстати, да, попробовать. Хотя нет, не буду ничего пробовать. Или буду. Или не буду. Думай, думай. Так, хорошо, где там земля? А землю сейчас я сделаю все вот так вот. Все. Моя пещера. Камень я тут уберу.
Здесь я тоже камень этот уберу. Все уберу. Да. Вот так вот все сделаю. Вот, я хочу, чтобы тут все было в траве. Так, подождите, тут что-то... А, я понял. Так. Так, тут, по-моему, я что-то прокопал, да, куда-то? О, кстати, уголь нашел. Ой-ой-ой. Ну, кстати, ладно, пускай, раз тут такое дело. Пускай она у меня тут вот так вот и будет, короче. Не понял. Так, подождите. Давайте я все-таки... Липкая глина. Давайте вот здесь вот я все-таки... Ой, сейчас, подождите. Вот это все строительство у меня. Вот здесь вот я все глиной залеплю. Вот, пускай... Будет вот так, вот так, вот так, вот так у меня. Будет что-то у меня тут такое. Да, главное, что... Вот, отлично. Здесь мы вот эту вот глину сейчас обратно налепим. Так, теперь... Как же хорошо, что я тут сюда... Это самое... Здесь мы... Каменюку нашу... Булыгу... Сделаем... Хотя, да, давайте сейчас я быстро все тут залеплю, скажем так, булыжником. Тут почему я постоянно ломаюсь, когда начинаются вот эти вот постройки? Потому что если я все это дело начну, я же... Не остановлюсь. Я же не остановлюсь нифига. Булыжника у нас, кстати, очень много. Давайте я вот эту вот воду соберу. Так, пока что у нас тут светло, и это очень даже хорошо. Так, вода у нас накапливается. Сам себя замуровал, прикиньте. Вот, отлично. Просто замечательно.
булыжником там все сделал. Вот, а теперь я беру вот эти вот растения и вот так вот делаю вот такую вот штуку. Вот, пускай оно у меня тут будет. Вот так, теперь я вот так вот проламываю себе. Опять, блин, воду эту подбирать, да? Сейчас, давайте вот так вот я сделаю, чтобы мне было понятно, что тут да как. Так, теперь отлично. Теперь где дверь? Где моя дверь? Вот она, моя дверь. Ставлю ее сюда. Отлично. Так, теперь надо, сейчас подождите, сделать ямку для воды. Открою дверь, чтобы оно там натекло, да? Вот, и сейчас я все это дело подберу себе. Так. Да, это на самом деле сейчас только подумал об этом. Это же, блин, минус. Вода же будет сюда стекать. Видите, наполняется. Так, давайте тогда я сделаю так, скажем. Ой-ой, у меня ж тут голод. Так, две картохи съел, это здорово. Кстати, вот это вот я тоже же могу подобрать на заднем плане, вот эти вот вещи. Вот, отлично. И давайте я сделаю все вот так вот, чтобы она хотя бы вот сюда вот с это самое собиралась. А то что, блин, яму себе сделал для воды. Все, видите, теперь не собирается вода там. Отлично. Так. Все, яму заделываю. Грязь. Непонятно, зачем я грязь подобрал. Глина. Не, глину мне не надо. Может быть, сюда траву себе положить, растения вот эти вот. Да? Хорошо, давайте. Вот. Ну и здесь давайте тоже пускай будут растения. Не хочу париться. Вот, отлично. Просто здорово. Так, давайте я тебя закрою. И вот это вот буду подбирать, короче. Все.
все это дело подбираю. Хорошо, окей. Теперь мне сейчас интересно посмотреть, как я буду сюда приземляться. Так, теперь высаживаемся. Ага, вот так вот даже, да? Значит, здесь реально нужен люк. Да? Люк, я твой отец, как говорится. Так, значит, вот это вот, допустим, убираем. И люк мы... Оля, люк надо пошире делать, да? Так, подождите, траву я... Ну, хотя да, давайте, окей. Сделаем себе вот травы вот здесь вот. Так, может быть, вот эту вот пальму срубить вот в эту сторону, чтобы я ее вот так вот безопасно подобрал. Сюда тоже, значит, сделаем траву. Вот так. И теперь делаем вот так. Эть. Окей, хорошо. Тогда здесь, значит, сделаем... Небольшие такие вот ступенечки, вот так вот. Чтобы я мог закрывать. Хорошо, окей. Видите, видите, да? Уже какое-то градостроение у меня происходит, да? Так, доски, мазь. А вот это вот я бы мог сделать, да? Хм. Интересно. Давайте сделаем. Так, что у меня тут и... Так, теперь давайте вот сюда, на корабль. Теперь телепортируемся дом один. Мне что-то на самом деле просто вот очень сильно лень делать всякие тут вещи, крафтить. Это что такое? Уголь, кстати. Булыжник, камень, грязь. Сейчас, подождите, я тут это самое. Так-то я вообще хотел подобрать тут всякие эти самые штуки-дрюки. Ящики, например.
куда я их клал? Ящики. Так, ну-ка, здесь что у нас? Здесь у нас всякое. Здесь тоже всякое. А здесь? И здесь всякое. Так, а здесь у нас что? Да, мне же, наверное, придется сюда. О, ящики. Возьму две штуки. И вот этот возьму. Так, и отправляемся. И теперь высаживаемся. Да, полчаса. Полчаса я тут это самое, значит, занимаюсь всякой такой вот ерундой, да? Ну, хотя, с другой стороны, это же не ерунда. Это же... Это же я же специально делаю, чтобы... Ну вот сюда можно было бы складывать, ну хотя бы вот так. Вот так вот. А, в смысле, откуда у меня вот эта аптечка? Наверное, с прошлой серии я не выложил ее. Так, это я сюда. Уголь я бы оставил бы. Вот, а здесь я бы... Еды бы себе взял. Все, отлично. А... Так, новую еду я себе понаставлю. Грибы, кстати, очень полезные штуки. Я просто напомню, что они тут хилят немножко. Ой-ой-ой, кстати, о хилках. Где они у меня тут? Так, 51. 360. Вот эта вот штука восстанавливает 100 здоровья в течение 10 секунд. Офигеть. Опа-на. Тихо, сам себе закрыл. А кто это в меня там? Слушайте, это же эти самые... А, гличи. Гличи. Это же те самые роботы, которые... застряли в средних веках. Ля. Рыцарские роботы. Да, здесь уже они не ломаются никак. Так, это оружие какое-то новое. О, кстати, нано-бинты. Их тоже надо брать. Ля, какой меч у него. Ля, смотрите. Эть. Ля, еще смотрите, вот эта штука у него висит, блин. Не, я, ребята, у вас... я, конечно, не против вас, но... Так как вы... Тут на меня первые напали. Значит, я... Вас тут облутаю, имею право на это. Ля, что это такое? Золотой бур? Возьму. Он же золотой. О, нифига себе, шахматы.
посмотреть. Извиняй. Слушайте, шахматы вот эти вот классные. Я бы их, конечно, забрал с собой. Так, это что такое? Так, флаг. Собираю. Да, я бы реально забрал бы эти, все эти шахматы. Бля, а это что такое у них тут? Трубы какие-то. Так, подождите. Я по этим трубам сейчас побегаю. Но для начала я хочу вот этот весь замок осмотреть. Возможно, я тут не все осмотрел. Я, например, не был вот в этой комнате. Тут и песочные часы. Это что такое? Пытошно. Смотрите, тут... Ля! Нифига. Тихо. Тихо, 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 подожди. Это было неожиданно. На коне на меня выскочил. Так, подождите, я растерялся. Так, я тут брал все, да? Не, ну тут голову отрезают, отрубают, типа. Офигеть. Это просто офигеть, на самом деле. О, мечи, а можно взять... Это щит, на самом деле. Очень странно разбился с очень странным звуком. Как будто стеклянный. А, все. Ля, прям рыцари, рыцари прямо. Прям как из Стоунхолда. Блин, ну я хотел вот эти мечи взять на самом деле. Прям... Прям очень хотелось. А это просто украшение, оказывается. Так, вот здесь вот. Наверху у нас кто? У нас спальня тут, да? Ой! Я тут нечаянно тебе, да? Это что такое? О, я возьму. Ладно, другарек, ты меня извини, что тебя пожарил немножко. А что ты без оружия тут стоишь, это самое? Оставлю тебя в живых, ты на меня не нападаешь. Просто тупо. Так, наблюдение за диетой гличей. Я это возьму. Почитаем диету гличей. Это тоже возьмем. Скорее всего, это одна и та же книжка. Так, я на самом деле человек добрый. Я нападаю только на тех, кто нападает на меня. Тот другалек на меня не нападал. Значит, я его не должен убивать.
А вот этот на меня с лука целится, значит, я должен его победить. Эу. Ладно, вот так. Слушайте, это прямо вот класс. Таких ребят встретил. А, слушайте, да. Тут, похоже, я эти самое замок-то пробежал, да? Блин, ты теперь еще нападаешь туда? Да, замок-то я пробежал вот этот. Вот, сейчас одну секундочку сделаю вот так. Все, окей. Там же, короче, сверху было какие-то трубы. И по ним можно было прыгать. Я же прыгал. Вот. Вот где-то здесь. Так, подождите, а бочки я проверял? Да, вот эти вот шахматы тут были. Слушайте, это прямо вот вообще класс. О, как раз и светает, и... Ой-ой-ой. Тихо, подождите. Кто? Так, иди сюда. Тихо. Так, ты еще давай в меня постреляй, да? Сейчас я грибов поем. Вылечусь. Так, тебе сюда близко. Да ладно, ты прыгать умеешь так далеко. Нифига себе. Эть, упал. Ну и ладно. Блин, вот эта птица, конечно. Жар-птица, прямо. О, у них тут еще и вон куда можно. А тут у вас что? Тихо, 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 тихо. Так, подождите, у меня на такие случаи грибов-то не напасешься, блин. Вот так вот еще сделаю. Так, там другалек стоит. Так, победил. Я его. О, кузница, кстати. Так, а тут что у нас? Беру. Не важно что, не важно сколько, главное беру. Так. Блин, часы тут еще классные, смотрите. Так, тут у них какой-то интересный второй этаж. А, смотрите. Ай-яй-яй! Слушайте, как он... Какое-то оружие. Так, подождите, я это возьму и попробую чуть позже.
Тихо. Туда нам не надо спускаться. Тихо. Так, я надеюсь, что у тебя тут птицы вот этой вот не будет. Ух. А, сохраниться бы как-нибудь. Ай-яй-яй-яй! Нифига себе, это я упал, и вся жизнь у меня пропала, и... И мне туда надо опять залезать. Слушайте. Это прям интересно. Так, ну в следующий раз, значит, я буду осторожным. Так, подождите, здесь? Нет, не здесь. Это вы прикиньте, перепрыг, недопрыг, и все. Но преодолел, короче. Тихо. Ай. Нет. Жалко, конечно. Другалька защищал, значит, свои владения, своего милорда, наверное, здесь. И тут какой-то человек пришел вероломно, всех поубивал. Ну, почти всех, я там одного, помню, оставил. Так, хорошо, здесь мы наверх пойдем. Ничего не знаю, хочу наверх. Бочки смотрим. Чего? Чего? Так. Отлично. Окей, идем сюда теперь. Так, что тут у нас? Страшно. Что это за строения такие? Ай-яй-яй, тихо. Тихо, подождите. Топоры. А я тут был? Нет, я тут не был. Слушайте, какие-то вообще у них воздушные замки. Книга какая-то. Я тут на самом деле уже куда-то далеко-далеко ушел. Еще туда можно, да? Так, ну ладно, давайте туда. Я же там... А, тут кто-то в меня стреляет. Ой, там еще один. Так, ну, с двоих я... Может быть, вывезу, а может быть, нет. Так, ребята, ну я же вас не это самое. Я же вас не это самое. Так, я... Подождите, я на самом деле использовал какие-то часы, да? Я на самом деле так и не понял. О, давайте я сейчас попробую вот это вот использовать сейчас. Нифига себе, вот это вот мне нравится. Так. Сейчас надо подлечиться.
Ой, все, один сварился. Очень крутое оружие, кстати. Так, я все выше и выше, на самом деле, иду. Ай, вниз, вниз, не настолько. Тихо. Так, где там мое самое? Так, пока тут все вот так вот происходит. Готов. Так, давайте. Ладно, так, пойду. Тихо, подожди. Тихо, тихо, тихо. А, ты за мной идешь, да? Ну ладно. Нормально. Офигенное оружие, кстати. Вот здесь они, конечно, меня врасплох застают, блин, на этой лестнице. В смысле? Какой-то топор еще или молот, непонятно. Слушайте, мне кажется, что я тут надолго застрял. Потому что я тут вообще еще не все распознал. Тихо, тихо, тихо. Вот так. Так, ты где там? Да, под конец меня шлепнул стрелой своей. Слушайте, столько много всего набрал, на самом деле. Так, да, давайте я оружку поменяю все-таки. Да, слушайте. Вот я и нашел замену своему любимому огнемету. Теперь кто мне освещать дорогу будет? А? Ну хотя... Это, конечно, тоже освещает, но не так, как огнемет, блин. Тихо. А, я же тут... Чего освещать? И у меня тут эти самые есть. Факелы. Так, тут у них все затоплено. Так, это я брал. Я надеюсь, у них тут еще наверху не выше некуда, да? А, ну выше некуда, это я там был выше некуда, да? Я надеюсь, что у них реально выше некуда идти. Если есть... А, ну вот вроде нет. Вроде это вот самая высокая башня. Ой, а вот здесь меня не было. Здрасте.
А, слушайте, ты... Подождите, я отсюда же пришел, да? Да, скорее всего. Давайте тогда вниз пойдем. Только я сначала вылечусь, потому что там ходят. Ну-ка, вылезай давай. Это что? Беру. Почитаем. Беру. Тоже беру. Конечно, повторяются тут книги, блин. Это тоже беру. Столько, блин, зачем мне столько всякой этой самой... Столько всяких вещей. Непонятных. Да, вот, смотрите, какие-то тут эти самые песочные часы. Ну-ка. A digital hourglass. It's stuck in a constant state. Декорация. Ладно. Скорее всего, вот эту декорацию я куда-то поставил. Я думал, что я ее применил куда-то, она что-то делает, я подумал. Но это просто декорация. Кстати, полечусь, пожалуй. Так, здесь ничего нет. Интересного здесь тоже нет ничего. А что, я тут был, что ли? Я тут, что ли, был? Я не понимаю. А, вот. Вот, да, вот я, видимо, вот эти вот часы сюда поставил. Смотрите, короче. Пускай стоят, короче. Так, мне кажется, что я все тут зачистил. Да, воздушный замок. Слушайте, у меня серия, наверное, сейчас будет очень долгой. Так, эть. О, тут уже, видите, шестеренки крутятся. Так, тут я был. Да. Ух ты, ё-моё, чуть не упал на колья. Слушайте, может быть, я, конечно, и не все тут распознал, да? Тихо, не упасть бы просто так. Да, я хоть... У меня такое ощущение, что я, да, какое-то место забыл посетить здесь. Но это прямо вообще... Это прямо вообще... А, это, видимо, вот этот другалек, который упал сюда, которого я нечаянно скинул. О, слушайте, вот я и гличи изучил. Ну, в смысле, как изучил? Познакомился с гличами, с их... Вот это вот прямо... Ух! А такой уж нет? Хорошо. Молодец. Да, слушайте, давайте я сейчас... Тогда вот здесь вот сохранюсь. Давайте я проверю. Сохранить и выйти. Так, теперь одиночная игра. Загружаемся еще раз.
Да. И а я не понял, почему у меня так мало жизни загрузилось. Так, давайте, да, я вот так вот подлечусь. А, так. Я же еще подобрал книги. Да, я на самом деле... Это что такое? Доскональное изучение кодекс. Вот так. Так. Это есть. Вот. Три книги сейчас мы почитаем. Так. Ой, три страницы. Короче, выбрать кодекс расы Глич. Доскональное изучение. Для размножения гличи ищут себе пару, и похоже, что это очередная программная эмуляция поведения другого вида. Прошло какое-то время, прежде чем мне удалось увидеть этот процесс, так как гличи, согласные на наблюдение, оказывались разделены немалым расстоянием. Наконец, я нашел подходящую пару, и увиденное несколько удивило меня. Как спариваются гличи. Так, давайте, знаете, что сделаю? Я все-таки телепортируюсь на корабль. Потому что там сейчас темнеет, и лучше я спокойно все это дело почитаю. Так вот. Вот, доскональное изучение. Так. Так, удивило меня. Они закупили детали в специальном магазине. Затем транспортировали эти детали домой и за несколько недель сконструировали нового глича. Процесс занял несколько сеансов и, по идее, проводится в тайне от всех прочих, исключая меня, разумеется. Каждый раз, приступая к работе, оба глича впадали в некое подобие транса. Часть их программ, очевидно, уходила в спящий режим. Всякий раз, занимаясь сборкой, это вот так вот они называют занятие любовью, да? Всякий раз, занимаясь сборкой, они переходили на другой уровень функционирования, двигаясь неосознанно, максимально эффективно и абсолютно тихо. Наблюдать это было довольно странно. В завершении каждого сеанса оба глича внезапно и одновременно обретали свои прежние личности. Занимательно, что в данном случае этот процесс действительно полностью исчерпывается словом «они хорошо провели время». Класс. Так вот откуда дети берутся у гличей. Так, теперь другой кодекс. Называется «Заполнение бака». Что за бак? Сейчас узнаем. Гличи — это роботы. Потребляют пищу. Равно как и мы. Несмотря на то, что ожидаемо наши процессы пищеварения разнятся в корне. После поглощения еды глич разлагает ее в своем теле с помощью бактерий. В результате выделяется метан, который аккумулируется и затем сжигается, поставляя необходимое для работы газовой турбины тепло. Таким образом, каждый глич работает примерно как двигатель внутреннего сгорания. Конечно, пища разлагается не полностью и бесследно. Оставшийся после бактериальной обработки компост удаляется из организма. В туалет ходит, короче, по большому. Так, во, механические перестановки. Тут 4 страницы, нифига. Так. На протяжении всей витиеватой истории гличей их
Различные знатные роды непрерывно сражались за замки и крепости. Это вот одна из крепостей у нас только что была. Или это был замок? Короче, если кто-то знает что-то за Гличей, если кто проходил игру, напишите в комментариях, где я только что был в этой серии. Только что. Короче, где я был в этой серии? В замке или в крепости? Ну вот, потому что там комплекс просто огромный был. Первым родом, покорившим все сопредельные территории, были печатноплаты, которые смогли поддерживать такой порядок вещей еще несколько поколений. Затем, в попытке расширить свое влияние, они заключили династический брак, поженив молодого Снифера Печатноплата на прекрасной Трояне Компилятор. Блин, это так классно. Так как у меня образование по вычислительной технике, все вот эти вот Трояна Компилятор, это да, говорящее имя для меня, да, по крайней мере. Так, прискорбно, что Трояна оказалась розой из одних шипов. И вскоре супружеские ссоры переросли в войну между двумя домами. После многих сражений компиляторы все же одержали победу. Однако их властвование не продолжилось долго. Пресловутый и злонравный северный лорд Шлейф какой? Команд начал строить против них козни. Компиляторы были истощены войной с печатноплатом, так что для канцеля команда расправиться с ним проблем не составило. Да что ж тут все это самое залезает? К сожалению, канцелекоманд рано умер, не оставив законного наследника. Так земля перешла в руки рода Штекер Портов, которые быстро были свергнуты двугигами, кое уступили трон убунтам макам. Две совершенно разные операционная система, блин. Убунта Мак, блин. Такая фамилия классная. Вскоре перебитым ман... Вскоре... Короче, так, я тут задумался и всю цепочку порвал. Так, земля перешла в руки лорда Штекера Портов, которые быстро были свергнуты двугигами, кое уступили трон убунта макам. Вскоре перебитым Мануал Теряями и так далее до бесконечности. Следует отметить, что, несмотря на частые дворцовые потрясения, обычный народ проявил чудеса стойкости, оставшись к происходящему полностью безучастными. Они были заняты собственными делами, предусмотренными их программой. Вот. Блин, как классно, классно. Мне понравилось. Это вот... Не знаю, как вам, а мне вот... Гличей было интереснее всего читать. Всякие вот эти вот дворцовые перевороты. Да. Как раз вот недавно играл в Stronghold, да, тоже, знаете ли, месть за отца, все дело.
Короче, на этом все. Да, очередная серия, в которой мы искали Авиан, а нашли совершенно другую расу. Вот. Ну, я думаю, что в следующей серии мы с вами все-таки доберемся до этих Авиан. Как раз мы прилетели в нужную планету. В нужной системе. Вот. Ну, а на этом все. Ставьте лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Ссылка есть на нее в описании. Ну а мы с вами увидимся в следующей серии. Это была игра Starbound. С вами был Одноруки Борис. Всем удачи и всем пока.